Всем здравствуйте, меня зовут Ирина, город Санкт-Петербург, я в семи цветах. Посмотрите, какие здесь фиалочки, в каком-то веке музыку, блин, включили. Фиалочки за 159 рублей, вы представляете, это все 159 рублей. Так, аккуратненько. Вот. Орхидеи практически нет, очень мало, то есть там, ну, знаете... Слушайте, как мне нравится вот эта вот фиалка. Прямо, знаете, вот не могу, я хочу вот эту фиалку. Я ненормальная. Я с орхидеями, как это, ну, красотки. А вот эту вот хочу. Вот эту хочу фиалку. Вот эту я хочу фиалку. Я себе хочу фиалку. М? Кто бы думал? Ой-ой-ой-ой. Ай, красота! Ну вот это. Все, я хочу себе фиалку. Ой. Нет. Я ненормальная. Меня домой не пустят. Ой, какая прелесть. И стоит эта прелесть 140, 150 рублей. А? 150 рублей. А вот эти, я говорила, 159 рублей. А? Фиалка. Да. Сейчас еще вот это вот небольшой типа привозик, ну как бы так бы, да, вот это кадис. Так, сейчас еще покажу. Вот это вот, которое у меня в прошлый раз пропало. Пропало. Ну, корешков мало. Так, ну вы сами видите, да, что здесь такое великолепие. 369 рублей. Вот. Ну, практически нету. Вот, практически нету. Так, это моя фиалочка. Это у нас гордыня там наверху. Ну, ничего, ничего. Ничего особенного. Вот это вот хорошенькая. Ну, такая у меня есть. Так, сейчас покажу. Вот. Ну, в плане того, что так, 369 рублей. Так, все, брала. А то сейчас фиалку мою везут. Слушайте, хочу такую фиалку себе. М? Такую фиалку хочу себе. Я же там крышки не посмотрела. М? Прелесть, да? Антуриум по 309 рублей. Вы представляете? Вот такой розовый, белый. И я нашла черный. Сейчас я вам его покажу. Так. Такая симпатичная, смотри. Мы с тобой желтый любим. Да, красиво. Но у меня такая похожая есть. Угу, очень да, красиво. 499 рублей. Да, красота. И да, и очень какая-то вот она. И у нее не малина, у нее бордовая губа. Угу. В отличие, вот как это называется? Вот от. И она не такая ярко-желтая. Красивая орхидея. А пробит. Пробит там, по-моему, малина. Да. Да, это другая. Вот такая красота. Это прикольно. Да, 499 рублей. Вот это. Ну, мне кажется, как-то вот это вот это простенькое. Сейчас поставлю. Она все валится, что-то они так плохо держатся. Вот это. Ну, я, походу, сегодня ничего не возьму из орхидей. И каменная роза попалась. Так вот, каменная роза, красота. Это, конечно, как я люблю, как мне нравится этот сорт. Так, корней не видно. Ну, там есть корни, видно много, просто через пакет, я думаю, вам видно. Ну, вот, потом хочу показывать им антуриум. Боже мой, вот, представляете? Черный антуриум 309 рублей. И мне так хочется взять фиалочку. Сейчас я вам покажу. Вот она. И вот этот антуриум 309 рублей. Так, вот. Завоз привезли. Ой, завоз привезли. Завоз, конечно, вот, смотрите, большой. У меня такая есть цветочка. Тут 20, а у нас 625 рублей. Ой, шикарный, конечно.
красавица. Что-то здесь музыка появилась, знаете, непонятно с чего бы. Раньше не было музыки здесь. Ой, попугайчики, каменные розы, много каменных роз, попугаев. Красавцы такие, посмотрите, да? Каменные розы. Красота, красота. Очень красивые орхидеи. Красотка такая. Мэджикард. Ну, много вот таких вот мэджикард. Вот это вот орхидея. Я не знаю, что это за орхидея. Вот красавица, она большая, если честно. Сейчас вам покажу. Здесь даже корешки лучше. Лист, конечно, там уже. Такое загнило основание, поэтому, ну, корешки хорошие. Вот она, орхидея. Не, ну она очень красивая, орхидея, вы посмотрите. Прям не знаю. Ух ты. Себе такую взять. Ну и большие здесь есть. Как я взяла 1800. Ага, закроется. Все. Все, все, все. Ну и вот цимбидиумы за 1800. Все, сейчас надо. Не обращаем на звуки на заднем фоне. Это у меня собаки. Я думаю, вы уже привыкли. Как только снимаю, поесть, попить и все остальное. В 7 цветах, что я купила. Ну, это я для девушки купила. Вот. Она выбрала, она сказала, да, все ей подходит. Это каменная роза. Вот. Ну, каменная роза, да, тут уже как бы ничего такого вот удивительного, но она прекрасна. Каменная роза, красота. Я не знаю, мне она очень понравилась. Она фактурная, она необычная, она красивая. Далее покажу, что купила. Я не смогла. Знаете, я уже один раз прошла мимо вот этой фиалки. Сейчас я это сделать не смогла. За 140, по-моему, 9. 149 рублей. Это фиалочка. Как бы то ни было, как бы она ни была бы простая, какая-то, может быть, неприметная, но для меня она, знаете, вот она меня восхищает. Она не такая белая, она бело-голубая. И вот, понимаете, она вот, ну, я не знаю, мне она очень понравилась. Она красивая, она хорошая, крупное растение, красивое, да. За 149 рублей я ее взяла, нисколько не жалею. Дальше чудом, ну, лично для меня. Черная, господи ты, боже мой. Это черный антуриум. Вот он. Видите? Черный антуриум, шоколадный антуриум. Можно так сказать. Он там был один. Антуриум Андриана. Вот. Вот такой красавец. Посмотрите. Видите, да? Я, конечно, как-то вот против черных цветов. Но, не знаю, что-то взяла и взяла. Смотрите. Может быть, посажу в контрасте с белым антуриум, будет интересно. Сначала они у меня привыкшие отдельно порастут, приживутся, все будет хорошо. И я тогда посажу вместе, я думаю, будет хорошо. Ну и себе взяла на подарок нам с мужем. Два растения в одном, если можно заметить.
Но вот за 1050. Это не в семи цветах. Эта девушка приезжает, забирает свой товар, и мы у нее купили. Здесь у нас три цветоноса. Это Лас-Вегас. Не знаю, мне она очень понравилась. Там было у нее и бабочки. Ну, бабочки полосатики, полосатые. Господи, красный нос. Ну вот, полосатые мне, вы знаете, я не очень. Как говорится, жалую в плане того, что ну как-то вот, ну не знаю, но вот. Мне очень понравилось там фисташковое, но что-то вот там, ну, в общем, бабочек я не взяла. Я взяла вот этот Лас-Вегас, не знаю, чем он меня покорил, я его увидела, я его ранее видела на фото, он мне очень понравился, и вживую он, как говорится, меньше. Так, Прюша, Прю, иди сюда, хватит, это слишком громко, ты кушаешь, успокойся. А, ты и Софина все съела? Вот бесстыжая собака, а? Ни стыда, ни совести. Объесть маленькую собачку, а? Фу! Прюша! Я не могу, собрались тут. Ну, не знаю, она какая-то, знаете, яркая, солнечная, какая-то вот. И в то же время, как осень, я осень не люблю, но она мне, знаете, какой-то. Вот так прю! Нет, не пойдешь ты к миске. Софа, ешь. Вот. То есть вот такая красота. Ну, я не знаю, мне очень понравилось. Три цветоноса, ответвление, тут еще, видите, еще она будет цвести, два растения, вот, видите, тут два растения в одну, я считаю, за 1050 это отличная цена, Лас-Вегас. Вот, вот все мои покупочки, у меня такой нос прям фактурный, большой, вот, ёлочка, моя зайка песни поет, Прюша, иди сюда. Так, не мокрыми лапами. Мы только что сейчас гуляли. Вот, посмотрите, моя красотка. Моя девочка. Софа. Софа пойдет? Софа пойдет? Не пускает Прюша Софу ко мне. Так, Софа, иди ко мне. Давай. Опа. Давай. Ой, ой. Она, вы знаете, она у нас такая. Ее чуть-чуть возьмешь. Все. Авария, дочь мента. Извините, ну вот так вот. Надо, ой, простите. Надо срочно заканчивать видео. Все, на этом все. Спасибо всем за внимание. Это Йока за провод ухватилась. Нельзя. Ну вот. На руки тоже хочет. Так что вот мы с вами... Слушайте, доедает Софин корм, а? Это сейчас отдельно ее покормить. Это невозможно. Софочка, не останешь голодной. Не останешься. Ну, вот. Ну все, на этом все. Спасибо всем за внимание. Большое спасибо, что зашли на мой канал. Огромное спасибо всем, кто подписался, кто со мной давно, кто пишет комментарии. Ой. Я хочу вам пожелать крепкого-крепкого здоровья, мои дорогие. Все не болейте, чтобы все у вас было хорошо, чтобы все ваши желания исполнились вам во благо. Чтобы вы были счастливы. Дети ваши, чтобы были счастливы, также здоровы. Питомцы ваши. Ну, вы посмотрите. Ну, по полной программе. Прюша. Ну, вот, чтобы питомцы ваши были здоровы. Невозможно. Невозможно. Атаковали дома, не было долго. Ну, вот. Ну, и мирного неба над головой, дружбы между народами, уважение, взаимопонимание между разными верами, воспоминания. Всем до новых встреч. До свидания. Ой.